Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова, і у нас сьогодні гість. А в нашій студії Валерій Кисіль, голова Ради волонтерів при Миколаївській облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Валерий, давайте начнем с самого начала и напомним нашим телезрителям, которые, конечно же, это знают, но все-таки вспомнят и порадуются еще раз вместе с нами, о том, что у нас есть Рада волонтеров. И расскажите немножко историю ее возникновения, кто входит в вашу Раду, в нашу Раду, в нашей Николаевской области, и каковы направления вашей деятельности. Это одно направление или же их там 3, 4, 5, 6? Первая Рада волонтеров была создана на Украине при Министерстве обороны. Нашим земляком, нашим, так сказать, идейным вдохновителем, уважаемым всеми Давидом Рахамией. После того, как она показала свою эффективность, спустя месяц работы было принято решение создать при местных органах самоуправления точно такие же структуры. Николаевская область была первой среди областей, кто создал при государственной администрации совет волонтеров. В него вошли 5 человек. Это я, мой заместитель Доскач Максим, побратимы по народному проекту, Ольга Малярчук, Лариса Снигур. Вы получаетесь, вот вы костяк Полищук организации, Татьяна, да, скажем так. А вы представляли на тот момент разные организации общественные, да, конечно, волонтерские, да. Да, немножечко о них, мы представляли народный проект, Татьяна Полищук представляла гражданское объединение «Патриот», Лариса Снигур была одним из крылом «Фениксов», и Оля Малярчук, Обрик. Как складывались ваши взаимоотношения? Потому что некоторое время назад, да, мы все об этом помним, что были разночтения между партнерами, между вашей коалицией чуть-чуть, да, и девочки тут приходили и немножечко критиковали, и говорили о том, что все-таки были какие-то такие неполадки в организационном плане. Вы очень много делали, вы великолепно работали, но все-таки вот между собой у вас были небольшие трения. Как вы это избежали и как вы это преодолели? Как раз с вышеперечисленными товарищами трений у нас никаких не было. Волонтерская деятельность, она предусматривает тесное сотрудничество для эффективной работы. Естественно, да. Потому как сами по себе мы одни в поле не воины. Мы и до создания Рады очень тесно сотрудничали с Олей Малярчук и с «Патриотом», помогали им, чем могли, чаще. Поэтому после того, как стал вопрос о создании Рады волонтеров, то, в принципе, мы нашли как раз, это был избирательный момент, и как раз с поддержкой перечисленных товарищей я был избран, Максим был избран заместителем. То есть мы не сами себя поставили на это место. Естественно. Раз вдохновителем и как бы идейным, да, таким генератором идеи был Давид Арахами, и первый совет волонтеров был создан при Министерстве обороны, совершенно логично, что и наш совет, да, он специализировался и специализируется на помощи нашим военным, да, воинам АТО, их семьям и так далее. Давайте вот перейдем к конкретным примером, да, вот что уже сделано, может быть, какой-то последний. Хотелось бы рассказать пример про структуру самой Рады волонтеров. То есть имеется 3 крыла: помощь армии непосредственно, которую возглавляет Максим Доскач, ликование, лечение бойцов, воинов АТО. Это второе крыло возглавляет его Лариса Снигур. И социальное крыло – это помощь беженцам, помощь родственникам погибших, помощь детям погибших, оформление документов всевозможных, то есть все бюрократические моменты – это Оля Малярчук. Могу сказать, что со стороны обладминистрации постоянно чувствуется поддержка. То есть создавалась эта Рада для того, чтобы максимально использовать административный ресурс в помощь нашей работе, потому как, опираясь исключительно на
на собственные силы это тяжело было сделать. То есть и Вадим Иванович, и Оксана Янишевская, и Николай Романчук никогда не отказывали, в меру возможностей помогали. Особенно активно, можно сказать, действуют социальные программы, насколько я знаю, выплачиваются практически все положенные, все положенные материальные компенсации, плюс даже какие-то находит обладминистрация какие-то средства еще из фондов, из личных для помощи семьям погибших. Также, я знаю, помогают с жильем. Вот крайний пример, в прошлом месяце семья переселенцев мужа забрали, не забрали, он сам пошел добровольцем. Семья переселенцев из Донецка, муж сам пошел воевать. У ребенка, насколько я помню, какая-то ДЦП, по-моему, какое-то заболевание. То есть Оля Малярчук обратилась с просьбой, Вадим Иванович нашел спонсоров, и люди на год сняли квартиру где-то поблизости с больницы для того, чтобы ребенка было удобно водить на процедуры. По поводу помощи непосредственно военным, нами активно ремонтируется техника, то есть с помощью Вадима Ивановича, с помощью Николая Павловича были проведены совещания с руководителями автотранспортных предприятий, а также с руководителями местных крупных заводов, которые имеют свои АТП. И на многих площадках сейчас идет ремонт техники нашей 79-й бригады, бригады береговой артиллерии. То есть, ну, работы осуществляются безоплатно. Мы за народные деньги покупаем запчасти, а работы проводятся силами предприятий, и техника восстанавливается, техника выполняет задачи, техника помогает нашим военным на передовой. Вы еще являетесь координатором проектов по Николаївській області, это Всеукраинского центра волонтеров, народный проект. Так и есть. Якщо ми всі пам'ятаємо, так, шановні телеглядачі, про те, що багато було в наших телевізійних новинах, саме сюжетів, присвячених діяльності у цього народного проєкту, і гроші збирали, і потім ці гроші вкладалися у народну швидку допомогу, так, це сам найяскравіший приклад, скажімо так, цієї діяльності. Давайте поговоримо о вот этих проектах народного проекта. Скорую помощь мы все прекрасно помним, да, но есть же еще. Есть. То есть сейчас из таких глобальных производственных проектов можно выделить это народный быт. С помощью предприятий города было изготовлено уже 10 прачечных комплексов, которые помогают поддерживать в чистоте верхнюю одежду наших воинов в зоне АТО. И также, конечно, мегапроект – это народная броня. То есть это изготовление антикумулятивных экранов, которые устанавливаются на боевые машины и препятствуют попаданию, разрушению автомобиля, если в него выстрелять из противотанкового гранатомета. Все, что вы перечисляете, естественно, это нужно делать на заводах, да, на больших предприятиях, естественно. Как складываются взаимоотношения вот волонтеров, непосредственно народного проекта, вот возьмем, с директорами, с руководителями больших предприятий, которые это делают? То есть насколько легко вам с ними работать, насколько легко им с вами работать, то есть насколько вот ваше взаимопонимание, оно приводит к быстроте, да, и качественности исполнения задания. Да, Николаев промышленный город, очень много предприятий. Есть предприятия «Патриоты», которые помогают давно, это такие как тепловозремонтный завод с Вячеславом Синченко во главе. То есть уже в год мы сотрудничаем вместе. Есть предприятия, которые помогают нам совсем недавно, тоже с помощью обладминистрации. Это такие как «Облэнерго», «Зарямыш» проект совсем недавно подключились. Очень качественно изготавливают эти экраны. Они уже на передовой, они уже установлены на технику. Буквально мы на выходных вернулись, мы видели все своими глазами. Экраны на месте, экраны работают. Будут спасать жизни наших ребят, если так понадобится. Также
ряд автотранспортных предприятий, я сейчас не могу точно назвать их название. Ну, есть ряд автотранспортных предприятий, которые помогают в изготовлении. Фирма «Артель» очень большую помощь оказала. Вроде бы и не промышленное предприятие, а тем не менее. Александр Иванов, да, подставил плечо помощи, и в свое время очень много экранов нам помог. Ну, вот как раз мы, в принципе, практически ответили на вопрос о том, кто же является вашими партнерами, но все-таки кроме промышленных предприятий, кто это еще? Может быть, какие-то организации? И, может быть, по какому-то виду деятельности еще, потому что вот когда здесь, вот на вашем месте были Оля с Ларисой, да, вот, они говорили о своем направлении, да, деятельности в Совете волонтеров, кроме лечения, это еще и реабилитация, да, можно вот поговорить об этом, то есть кто является партнерами по реабилитации и лечению, ребят, только ли это военный госпиталь или же другие организации здравоохранения? Ну, по поводу организации здравоохранения мне тяжело сказать, все-таки Лариса обладает больше информации, но то место, где я работаю, это спортклуб «Эльфитнес», мы реабилитируем, принимаем бойцов. Вот, яркий тому пример – это Сергей Грецкий. Физиотерапия, да, после серьезного ранения, офицер. Воля к жизни, конечно, сумасшедшая, то есть осколок от града в голове. Человек не только выжил, человек пытается вернуться к полноценной жизни, мы ему активно в этом помогаем. А реабилитация, она бесплатная, да? Потому бесплатная, что «Эльфитнес» все-таки коммерческая организация. Да, организация, да, коммерческая, но мы принимаем, да, бесплатно, на безоплатной основе исключительно. То есть составлена программа реабилитации, тренера меняются, сейчас один человек работает, мы будем подключать еще. И все идет согласно плану. Когда вы предложили, да, наверное, вот проводить физиотерапию, да, заниматься реабилитацией, да, ребят, это наверняка была ваша инициатива на своем рабочем месте. Как отнеслись ваши коллеги? Очень положительно, достаточно. То есть я всестороннюю поддержку ощутил в этом плане. Карт-бланш был, никто, все захотели поучаствовать в этом, как минимум приложить руку к общей победе. Как часто вы бываете на передовой? Ну, вы лично. В прошлом году чаще, в этом году не так часто. С чем это связано? Ну, это связано все-таки, наверное, с тем, что чуть-чуть боевые действия меньше, да. И это связано с тем, что, ну, у нас профиль не гуманитарный, мы не возим продукты питания. Мы больше сейчас, раньше мы занимались экипировкой, но учитывая, что сейчас усилиями волонтерского десанта ВМО, да, с этим стало лучше. То есть уже не обязательно в таких объемах возить форму на передовую, разгрузки, то мы сосредоточили свое внимание исключительно на тех позициях, которые государство не может обеспечить, либо не может обеспечить быстро, а они нужны сегодня и сейчас, либо не обеспечит в ближайшие годы вообще, они тоже нужны и сейчас. Это, как правило, дорогостоящие средства связи, это, как правило, дорогостоящая оптика, в общем, это приборы. И как только у нас собирается какое-то приличное количество приборов, то там, где-то на 500 тысяч гривен, то мы тогда собираемся и едем. А как вы получаете информацию о том, что нужно? У вас есть постоянные партнеры? Да, у нас партнеры, есть подшефные подразделения. Там в АТО, да, ребята, которые там служат, и они на постоянной связи с вами, либо же это что, родственники? У нас подшефные подразделения. А, кстати, вот насчет подшефных подразделений, это только наши части, наши николаевские, или все-таки, если кто-то обратится, там, допустим, вот две части стоят рядом, да, ребята дружат, они взаимодействуют и во время боевых действий, и во время отдыха, и нужно что-то, ну, допустим, ребятам из другой области, то есть вы делите или нет? Нет, мы откликаемся, но пытаемся от военных добиться того, чтобы они соблюдали. Я понимаю, что в каждой области, да, есть подобное, но все-таки, а вдруг обратились вот именно к вам? Ну, крайний пример, это вот один кунг из прачечных, он уехал, часть была Криворожская, они увидели наши прачечные комплексы на передовой, да, увидели, нашли телефон, позвонили, привезли машину, ее оборудовали, она сейчас будет, это батальон материального обеспечения, они занимаются обеспечением первой линии обороны, то есть он будет курсировать. Ну, как правило, мы пытаемся, учитывая, что мы работаем с народными деньгами, с деньгами спонсоров, то у нас жесткая система отчетности. То есть необходимо для того, чтобы часть получила помощь воинская, она должна обратиться с письмом на фонд благотворительный, на фонд благочестия.
соучредителем которого я являюсь. После того мы обрабатываем эту заявку, если она действительно обоснована, если она действительно нужна, покупаются средства, и после передачи должны быть обязательно закрыты актом приема передачи. Как правило, большинство военных, когда сталкиваются с этими трудностями, они теряют интерес, а наши местные части, тут вроде как уже контакт налажен и с финчастями, и со службами, которые принимают на учет приборы и все остальное, поэтому... Ну, смотрите, а почему теряют интерес? В принципе, ничего сложного. Это нормальный, цивилизованный метод получения того, что необходимо. И, в принципе, отчет, да, если что-то кому-то нужно, да, и если вкладываются действительно деньги благотворительные, которые собираются там, буквально по 10, 20, там, 50, 100 гривен, кто сколько может, даже те же пенсионеры, которым очень сейчас сложно, но все-таки вкладывали в ту же скорую помощь, в эти же банные комплексы, то, в принципе, почему не отчитаться? Ну, я вот думаю, чем мотивируют? То есть как-то объясняют? Мотивов нет никаких, они просто не перезванивают. Да, мы считаем, я и мои коллеги считаем, что все-таки в какой-то мере военные стали разбалованы. Им легче позвонить, найти телефон волонтера, пожаловаться ему в надежде, что сейчас со всех сторон прибегут и принесут эту помощь, чем добиваться того же самого от своих командиров. То есть мы, опять-таки повторюсь, мы сейчас стараемся дифференцировать заявки. То есть то, что можно получить от государства, мы стараемся не давать, потому как деньги народные, деньги спонсоров, денег реально у людей мало, они должны быть потрачены с умом. И если есть возможность взять то же самое со склада, то мы до последнего пытаемся добиться того, чтобы военные отправили заявку своему начальству непосредственно. Потом мы проверяем через волонтерский десант, поступила ли эта заявка действительно в Генштаб, есть уже такой механизм. Угу. И уже после контроль, принимаем, да? Конечно, угу. А какой смысл? Когда был случай, когда слезно, даже наша 79-я бригада слезно просила 20 дорогущих радиостанций, был найден в Киеве меценат, который готов был оплатить эти 20 цифровых станций. Эта цифра была порядка, ну, чуть больше, чем 10 тысяч долларов. Вот. А оказалось, что те же самые радиостанции ждут в штабе сектора. Уже заявка удовлетворена Генштабом, и они просто ждут, чтобы за ними приехали. А вот смотрите, ну, я не допускаю мысли, допустим, ну, хотелось бы верить, да, в то, что военные обманывают сознательно, да, вот они просто хотят получить еще там что-то. Нет, они просто, допустим, не знают, да, я потому думаю, что не дошла информация. А почему так происходит? То есть вы анализировали, потому что, наверное, это не единичный случай, нет, правда не же? Нет, не единичный, это, скажем, банальное разгильдяйство на самом деле. То есть... Не более. Да, то есть, в принципе, не отлажено, наверное, даже на таком уровне, система. Хотя военные, да, они Нет, должны быть дисциплинированы. Давид как раз сейчас отрабатывает систему логистики. Ага. Это революционный проект, ему через снимаю шляпу перед Давидом, революционный проект. Теперь будет единая база данных, и заявки будут поступать уже непосредственно от командиров подразделений низшего звена, и они уже будут видны в Генштабе, и, насколько я знаю, будет создана система складов, и когда со склада, как в супермаркете, будет выезжать тележка в направлении данного подразделения. Все будет очень цивилизованно, очень быстро и очень прозоро. С кем вы работаете, вот как построена ваша работа на всеукраинском уровне? Потому что мы уже знаем, да, о том, что в каждой области, в принципе, есть совет волонтеров. Занимаетесь вы примерно одним и тем же, просто с разными работаете частями, с разными людьми, которые живут в разных областях. Ну, как вот вы взаимодействуете между собой? Ну, хотелось бы прежде всего сказать, что, наверное, Николаевская рада волонтеров, она, наверное, самая эффективная, потому как в близлежащих областях... Ну, тогда как к вам за опытом обращаются? Потому что у нас, наверное же, есть уникальные такие вещи. О таких структурах не слышали, на самом деле. Были попытки создания, но именно с соседями и с коллегами, именно рады волонтеров при обладающих администрациях мы не сотрудничаем. Мы сотрудничаем с организациями волонтерскими, крупными, да, там «Вернись живым»,
с народным тылом очень плотно сотрудничаем. Мы помогаем им, чем можем. То есть, как правило, обращаются они к нам за помощью, чтобы их подшефные подразделения боевые машины получили, антикумулятивные экраны. Мы, зная их профиль по медицине, знаем, что у них все отлажено. Мы даже не пытаемся попытки делать, покупать какие-то дорогостоящие кровоостанавливающие препараты. То есть мы даем заявку от частей, и они их удовлетворяют. То же самое Верни живым помогает нам оптику, делится оптикой, если либо какими-то метеорологическими комплексами, если они нам необходимы. Все происходит взаимозачеты, то есть точно так же мы актами их закрываем. А как вы думаете, передачи? Почему не получается у других областей вот создать такой совет волонтеров? Потому что, в принципе, опять же мы приходим к тому, что ничего сложного. Да, несколько шагов, просто нужно договориться и, наверное, иметь заинтересованность представителей власти. Я думаю, это воля представителей власти, исключительно. Исключительно, если, потому что создать это одно, ну, да, а другое дело обеспечить поддержку достаточно. Такому совету, это другое. А вот что рассказывает, они пытались создать, вот допустим, там в какой-то области, вот ваши коллеги делились, я, как-то я не интересовался. Не говорили, да, никто не жаловался, не говорил, то есть люди работают и... Слава Богу, и это хорошо, потому что если оглядываться, наверное, на представителей власти, то вряд ли получится быстро и качественно в некоторых случаях. В некоторых, вот как в нашем, да, в Николаевской области, да, получается помогают. Быстро, качественно и хорошо. А, продолжаем дальше. Естественно, у любой организации есть план, потому что существовать вы будете еще долго, даже если и... Это будет для нас большим счастьем, да, все закончится миром, а когда-нибудь действительно это все закончится миром. А, все равно нужна будет помощь тем людям, которые были там, семьям, которые потеряли своих близких людей, детям, которые будут жить дальше, будут помнить своих родителей, но которым нужна будет помощь для того, чтобы они жили дальше и жили счастливо. Вот какие у вас планы? Краткие такие вот на сейчас и долгосрочные. На сейчас очень интересный проект мы планируем, учитывая, что у нас город Карабелов, неимоверное количество судостроительных заводов. Мы очень надеемся на то, что нам пойдут навстречу, и я уверен в этом, что это случится. И мы отремонтируем судно большое, военное, которое называется «Нетишин». Оно требует сейчас капитального ремонта, потому как есть пробоины достаточно приличные, но в таком не очень хорошем состоянии. Требует дока сухого, достаточно дорогостоящее мероприятие поставить судно в док. Уже проведены переговоры с рядом предприятий города, они готовы, опять-таки, на безоплатное, либо со значительными скидками провести работы. По восстановлению, по покраске, по восстановлению механической части судна будут привлечены, скорее всего, студенты-практиканты. Если примет такое решение, сами военные будут работать, очень хотят. Ну, нам нужна будет помощь. Я думаю, мы на этой неделе попадем к Вадиму Ивановичу. Я думаю, он нам не откажет и, как всегда, поможет. Продолжается тот же самый проект «Народная броня». Никуда он не девается. Экраны выходят из строя, их надо постоянно восстанавливать, переоборудовать. Плюс сейчас мы пришли к более совершенной конструкции. Необходимо по возможности все-таки старые менять на новые. Плюс продолжает наша инициатива, народный проект на нашей платформе сбор средств на беспилотные летательные аппараты. 79-ю бригаду необходимо еще два аппарата, как минимум, нашим спецподразделениям николаевским, которые уже... пользуются нашими беспилотными летательными аппаратами и спасает жизни бойцов. То есть не надо посылать в разведку подразделения, машина все сделает, покажет все лучше и качественнее. По социальному направлению и направлению реабилитации и лечения что-то есть? Насколько я знаю, насколько у меня есть информация, сейчас при госпитале создается реабилитационный центр. Да. Есть такое, по социальному, может быть, и не сильно социальное направление. То есть в планах есть создание единого центра физподготовки для начальников физподготовки бригад, которые войдут в структуру сил спецопераций ССО.
Буду работа с семьями, с детьми продолжается. Работа с семьями непрерывно. То есть девочки находятся в Цинкноте. Оля Малярчук, Лариса Снегура. Они, конечно, они на передовой в социальном плане. У нас одна минута остается. Может быть, телефон горячей линии или же где вас можно найти в интернете? В Фейсбуке. Фейсбуке. Рада волонтерия в Приднеколаевской Державной администрации. Спасибо большое. Спасибо вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами. Хай так буде і надалі. Ми будемо готувати для вас свіжу, цікаву, корисну інформацію, таку, яку ви будете використовувати у своєму повсякденному житті. Якщо хтось зацікавився дійсно діяльністю Ради волонтерів, будь ласка, Фейсбук завжди відкритий для вас. Рада волонтерів, набирайте, приєднуйтесь і допомагайте один одному і нашим хлопцям на передовій. Я ж прощаюся з вами до наступного ефіру, до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.